интернете водятся тролли, и сказки тут ни при чем. Здесь тролли – это люди, которые только и знают, как дразнить и обижать других. Они пишут пакости, рисуют карикатуры и прячутся под чужим именем, как под маской. Это называется троллить. Ух, вот я им! Но лучшая защита от троллей – молчание. Тогда им быстро все надоест, и они разбегутся. А ты будешь молодец! И победитель троллей! Тадыщ! Понравилось? Расскажи об этом видео своим друзьям. Нажми поделиться. А те, кто ставят лайки и пишут добрые комментарии, поднимают настроение не только себе, но и другим. Кстати, ты уже подписан на наш канал? Подписчики сразу узнают обо всех новых мультфильмах. Присоединяйся к ним скорее!